сердце тихо волна, шепчет мотив свой она, море зовет осаду, вечно играя с судьбой, денег шипит у борта, сердце волнуясь до дна, ждет, не дает отдохнуть, вечно зовет меня в путь. Ох, море, море, подскажи, как примирить мне две любви. Ох, море, море, и ты. Ох, море, море, и ты. Ох, море, море, подскажи. Будет дождик, но нам все равно приятно прогуляться в интересной компании по старому Таллину. Дождь стучится к нам по крышам, по асфальту и больницам. Дождь, проказник дождь, он застал врасплох прохожих, в чем-то так на нас похожих. Дождь, он в каплях дождь, а любовь она такая, даже может неземная, замкнута в кольцо. Я тебе к себе впускаю, дверь к сердцу открываю, на, возьми теперь его. А любовь она такая, даже очень непростая, замкнута в кольцо. Как весна целуясь с моим сердцем, только понимаем, посмотри в окно. Дождь стучится, шутит с нами, ты коснись его губами. Дождь, волшебник дождь, ливнем вылил он все чувства, радуги его искусство. Дождь, волшебник дождь, а любовь она такая, даже может неземная, замкнута в кольцо. Я тебя к себе впускаю, дверь к сердцу открываю, на, возьми теперь его.
А любовь, она такая, даже очень непростая, замкнута в кольцо. Как весна, целуясь с маем, сердцем только понимаем, посмотри в окно. Фотографируешь или что ты делаешь? Я фотографирую. А что так долго? А любовь, она такая, даже может неземная, замкнута в кольцо. Я тебе к себе впускаю, дверь к сердцу открываю, на, возьми теперь его. А любовь, она такая, даже очень непростая, замкнута в кольцо. Как весна, целуясь с маем, сердцем только понимаем, посмотри в окно. Прикольно заглянуть в окна, в витрины. Вот местная крестьянка в национальной одежде. Яйца в Фаберже. Котяра. У нас тоже красивый город, как у вас, так будет, только маленький. Пойдемте, я вам покажу новую достопримечательность Сталина. Памятник свободы. Напротив него находилось кафе «Москва». В молодости мы там пили кофе с булочками московскими. Сейчас кафе называется тоже «Свобода». Свобода. Клара, жизнь мою разбил,
Я знаю все теперь, вы не меня любили. Клара, последняя танго для нас. Клара, что мог я сделать для вас? Чайкой коснулись вы гребня волны. И я вам скажу, не уйдете вы от судьбы. Море, зовущее в дальнюю даль. Город, которым расстаться мне жаль. И юность, которую нам не вернуть. Время начертило разный нам путь. Завтра скажу я вам просто гудбай. Завтра ответите, друг мой, прощай. Сердце не может томительно ждать. Как бы я хотел бы любимым вам стать. Завтра я скажу вам просто гудбай. Завтра ответите, друг мой, прощай. Сердце не может томительно ждать. Как бы я хотел любимым вам стать. Выставки. А какие ваши впечатления о встрече? Вы сегодня выступали, по сути, с лекцией, рассказали про историю, показали свои работы. Выполнили ли вы определенную задачу, которую мы представили перед этой встречей? Да, последний раз я был в посольстве по вам в прошлом году. Это был День единения России. Я там выступал вместе с группой своих знакомых, значит, в концерте. И меня познакомили, то есть меня знают в посольстве, потому что я каждые 3-4 месяца уезжал в Россию на выставки, и поэтому они знают, что я являюсь не только художником, то есть не только певцом, но и художником. И они спросили, а где вот тебя можно встретить? Я положил, можно сегодня сказать, эти вот как бы это основой, так, допишу свою вот книгу о теории живописи, со своими впечатлениями, со своими... И я как бы ее уже сел, ну, не только на детях, вот, и на других, в школе у себя есть, которые приходят, ее опробовали, как она проходит. Поделиться этим, тем, что у вас на душе. И это всегда трогательно и чувствуется, потому что это не холодно, это тепло. А то, что тепло, оно всегда передается. И картины ваши такие же теплые. Вот я когда вы выходили, я детям говорю сразу, посмотрите, действительно, постыдные теплые тона. Нет кричащего, нет яркого. Значит, вот это такое спокойное созерцание мира. Удачи вам! Большое спасибо, что вы нас пригласили, вообще настояли на... Вот очень, я думаю, все дети, да? Приятное впечатление осталось у нас. Мы еще посмотрим внимательно ваши работы. Конечно, от одной встречи даже, кажется, мало. Или те, которые хотят вызвать определенное настроение своей работы у других, у зрителей. Вот Ренуар хотел вызвать. То есть там существует непосредственно свое как бы, чувство. Но в основном, чтобы они были положительными. Вот все эти художники, которые положительные чувства вызывают, они все в частных коллекциях. Все, которые такие собственные чувства художники вызывают, они стоят в музеях. И на выставку. То есть есть, допустим, специально только для выставок рисуют. Это основное, что нужно, это образное мышление.
Если у тебя нет фантазии, работать не на чем. Фантазия приходит, то есть идеи приходят не наработанные. Они приходят подготовленные человеку случайно. Мы все садимся. Это не нужно для того, чтобы человека выспать, чтобы он никогда сидел, и все время стоял, а чтобы он был фантазией. Мы для созерцания. Мы сюда пришли не для того, чтобы упахиваться, зарабатывать деньги или копить. Мы пришли сюда для того, чтобы состояться. Падают, кружатся листья, тонут на чистых прудах. И желто-багровые листья осень сжигает сердца. Ночь изменилась мне и ушла, не попрощавшись, на зимовку. Мою плутовку. Осень порой тихо плачет в хмурых седых облаках, и ветер ее пожалеет, листья собрав на руках. О, ночь изменила осень мне и ушла, не попрощавшись, на зимовку. О, видно, жребий выпал мне бесконечно мою плутовку. В листьях тоска и загадка, осень уносит с собой, и золотистая сказка кружится вместе с тобой. Прощавшись на зимовку, о-о-о, видно, жребий выпал мне, где искать ее, мою плутовку.